В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел очередной прием населения. В интересах же того же собственника, да, чтобы провести модернизацию. 25 июня в Ленинском городском округе пройдут школьные выпускные. Новый экспонат в историко-культурном центре. Эта скульптура займет особое место в фондах историко-культурного центра и будет экспонироваться на наших выставках. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел очередной прием населения. С какими вопросами пришли жители, в сюжете Максима Козлова. Вячеслав Александрович, по поводу посещения хотел вам выразить большую благодарность по поводу помощи, которую нам оказали. От жителей домов по 8-12 по улице Залина практически 70% уже оформили право собственности, и кадастровая служба работает теперь в регламенте. Нынешний прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова начался с приятного. Видновчанин Дмитрий Коросткин от лица жителей домов 8 и 12 по улице Завидной поблагодарил его за содействие в постановке на кадастровый учет этих домов. Ведь люди, не имея на руках документов на право собственности, не могли прописаться и, соответственно, имели сложности с устройством детей в сады и школы, получением пенсий и других социальных услуг. Такие встречи дают свои результаты, это я вижу на своем опыте. Многие жители, которые мучились с правом собственности в наших домах, они вопрос свой решили, было это решено быстро, мучились практически 2 года, поэтому такие встречи, они всегда дают свои плоды. Но кроме этого, Дмитрий озвучил одну из проблем, которая волнует, наверное, каждого жителя Ленинского городского округа. Это запах от выбросов завода «Москокс». Как рассказал глава округа Дмитрий Оборенов, ситуация с выбросами обсуждается на уровне правительства Московской области. Главная задача – сохранить предприятия и рабочие места с одной стороны, а с другой – убедить владельца завода провести глубокую реконструкцию оборудования. В интересах же того же собственника, да, чтобы провести модернизацию, сохранить рабочие места и, самое главное, спрос на продукцию, похоже, достаточно, чтобы просчитать и уложиться. Герой России Евгений Черняев живет в деревне Вырубово. К депутату он пришел с жалобой на новых владельцев нескольких земельных участков. По его словам, они без разрешительных документов проводят земляные работы и занимаются вырубкой зеленых насаждений. Глава городского округа Дмитрий Оборенов пообещал разобраться в вопросе в ближайшее время. Я сразу скажу, после того, как Вячеслав Александрович был первый прием, по Старгородку этот вопрос стал, мы остановили выдачу порубочных билетов. То есть, если видите, где-то рубят лес, 100% нет разрешения. Совместный прием граждан представителями Госдумы и руководства муниципалитета позволяет значительно сократить время решения насущных проблем граждан. Для того, чтобы пообщаться с депутатом, необходима предварительная запись. Впрочем, и тех, кто придет без нее, Вячеслав Фетисов тоже не оставит без внимания. Максим Козлов, Сергей Ларин, «Видное ТВ». Пандемия уже второй год меняет планы 11-классников. Власти Подмосковья приняли решение отменить общегородские школьные выпускные из-за ситуации с распространением коронавируса. Торжественные мероприятия будут проходить на свежем воздухе или отдельно для каждого класса. В Ленинском городском округе выпускные вечера состоятся 25 июня. На них разрешено присутствовать только родителям при условии соблюдения мер безопасности. Присоединиться к празднику в онлайн-формате решили учащиеся Лопатинской школы и подготовили видеопоздравления для ребят. Вот в этом поздравлении принимают участие выпускники 11 класса и наши ребята из младшей школы. И вот этот момент преемственности, он звучит и в нашем гимне, потому что ребята передают свое настроение, свою любовь к школе малышам. Музыкальное поздравление получилось особенно трогательным. В нем выпускники вспомнят, и как казалось бы, еще совсем недавно, они любознательными малышами сели впервые за парты и дружно постигали неизведанный мир знаний. «25 июня также пройдет всероссийский выпускной 2021.
В праздничный день все желающие с 12 до 15 часов по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир на официальном аккаунте Министерства просвещения Российской Федерации. Коллекция историко-культурного центра пополнилась интересным экспонатом. Гипсовую копию бюста маршала Ивана Баграмяна сотрудникам презентовал художник Ашот Татевосян. На этом знаменательном событии побывала наша съемочная группа, рассказывает Галина Житкова. Историко-культурный центр Ленинского городского округа вот уже больше 20 лет продолжает радовать жителей уникальными выставками. В коллекции порядка 11 тысяч экспонатов, и она постоянно продолжает пополняться. Свой вклад внес и художник Ашот Татевосян. Друг, товарищ, соратник, коллега, народный, заслуженный, как я иногда говорю. За последние годы художник с армянскими корнями создал несколько интересных работ, посвященных Великой Отечественной войне. Одной из самых любимых считает изготовление бюста маршала Ивана Баграмяна, который сейчас хранится в пантеоне полководцев Музея Победы на Поклонной горе. Со мной в соавторстве был скульптор Мелконян. Мы с ним сделали эту работу. Значит, в 17 году, к столетию маршала Баграмяна, было установлено. Бронзовый бюст Баграмяна весом 60 килограммов оказался настоящим хитом и был еще несколько раз изготовлен для профильных музеев. Неудивительно, что гипсовая копия маршала станет одной из жемчужин коллекции историко-культурного центра. Нам выпала огромная честь принимать такую замечательную скульптуру от именитого художника. И, безусловно, эта скульптура займет особое место в фондах историко-культурного центра и будет экспонироваться на наших выставках. Сотрудники историко-культурного центра до конца года еще не раз в своих экскурсиях по выставочным павильонам коснутся темы Великой Отечественной войны. Новый экспонат поможет более доходчиво объяснить подрастающему поколению, кто такие маршалы и за какие заслуги они удостоены такого высокого звания. Галина Житкова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В красной зоне Видновской районной клинической больницы продолжается борьба за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусом. А у некоторых больных анамнез отягощен и другими серьезными заболеваниями, которые требуют проведения срочных операций. 15 мая в инфекционное отделение ВРКБ поступила 81-летняя Лариса Тищенко. Накануне пенсионерка на фоне слабости и высокой температуры, вызванной ковидом, упала дома и сломала шейку бедра. Врачебная тактика в этой ситуации – как можно скорее стабилизировать состояние пациентки и провести операцию по биополярному протезированию. С этой пациенткой провели массивное лечение. Спустя 7 суток состояние ее стабилизировалось, и мы смогли ее прооперировать, поставить искусственный сустав, что позволило к 8 суткам ее активно уже ставить. И, как вы уже видели, что мы ее готовим практически на 17-18 сутки на выписку. И можем сказать, что это очередной отвоеванный пациент от ковида. В дальнейшем пенсионерке предстоит долгая реабилитация, но уже сейчас женщина чувствует себя хорошо, она активна и делает первые шаги. Она может садиться сейчас, может вставать. Сегодня даже пару шагов сделала. Лариса Тимофеевна благодарит медиков ВРКБ. Очень тоже внимательные врачи, они сразу прямо... Я вообще довольна больницей. Я не думала, что, в общем, видно, такая больница хорошая. Выписка пациентки назначена на ближайшие дни. Дома ее ждет внук. Последнюю неделю в округе держится стабильно жаркая погода. Спасение от нее местные жители ищут у водоемов. Наш дежурный по району посетил популярные места для купания и выяснил, какая опасность может поджидать отдыхающих. Жаркая погода буквально уговаривает нырнуть в прохладную воду с головой. Но табличка «Купаться запрещено» здесь стоит не ради издевки над уставшими от жары людьми. Это значит, что в пруду сильно загрязнена вода или есть риск подхватить кишечную инфекцию. Битое стекло на дне, затонувшая арматура или острые камни. Даже такие сюрпризы можно встретить при купании в неотведенных для этого местах. Но, несмотря ни на что, людей тянет к воде. Мы очень давно хотели куда-то съездить покупаться. Нашли это место в интернете, съездили, нам очень понравилось. И теперь каждый день сюда ездим. А не пугает то, что вот какие-нибудь инфекции можете подхватить? Нет, я бесстрашная. Рядом у нас больше таких нету. Там обычно болота или какие-нибудь такие.
А здесь, ну, более-менее, и люди купаются, вроде все нормально. Я, в принципе, не отсюда, я из Москвы, из Оренбургской области. И как бы в таких же водах купались, они что, живые, здоровые. Может, не первый даже, год. Даже здоровее, намного лучше. Ну, в жаре, в доме сидеть тоже не вариант. Тем не менее, в Ленинском округе нет ни одного водоема, отвечающего санитарным требованиям. Однако, когда столбик термометра превысил 35 градусов, пляж у Балатниковского пруда наполнился людьми. Помимо отдыха под солнцем, купающиеся нашли и другое развлечение – прыжки с плотины. Лазать по ней крайне опасно. Настилов здесь нет, отдыхающие перебираются по железному каркасу. Конечно, страшно, но, к сожалению, нормальных мест нету в ближайших районах. Из-за этого лазим здесь. Покупалась, пошла чуть-чуть подальше, поглубже и наткнулась на камень. Вот. И чувствую больно что-то, ну, стало в ноге как-то. Потом выхожу и смотрю, у меня вся нога распоротая. Вот. Я боялась, что подхвачу что-то. Ну, то есть там либо камни очень острые, либо стекла. Я так и не поняла, что там. Вот. И я бы не советовала там купаться. После такого отдыха жители часто обращаются к врачу. С чем сталкиваются пациенты, нам рассказала врач-инфекционист Татьяна Корякина. Купаться в тех местах, где установлена табличка, то есть купаться запрещено, купаться, конечно, не следует, потому что это риск заболеть различными инфекционными заболеваниями, паразитарными заболеваниями, также на различные кожно-аллергические могут быть проявления. Особо часто можно столкнуться это с острыми кишечными инфекциями, которые хорошо всем известны, это сальмонеллы, дизентерии, различные виды кишечных палочек, да, также у нас паразитарные заболевания, это аскоридоз, лимблиоз, да. При купании в водоеме можно заболеть таким инфекционным заболеванием, как острый вирусный гепатит А. После проведенной реконструкции у кинотеатра «Искра» появились сухие фонтаны. В солнечную погоду здесь всегда много желающих освежиться. В такую жару страшнее перегреться, замечают они. Это, наверное, самое ближнее место в Видном, где можно искупаться. Вода чистая, дети в безопасности. Здесь вообще очень прикольные площадки рядом. И вот эта прохладная вода в 35 градусов жары – это просто спасение. Не только для детей, но и, видите, для взрослых тоже. Однако проводить в фонтане долгое время врачи не советуют. Это связано с тем, что в нем несколько часов циркулирует достаточно небольшой объем воды. Она застаивается, почему и имеет характерный запах. Многие жители жалуются, что место отдыха давно не чистили. Остаются и любители провести досуг в других городских фонтанах, чего делать категорически нельзя. Вода в фонтанах, она все-таки техническая, да, она не соответствует определенным нормам для купания, да. Плюс ко всему в фонтанах у нас установлены и насосы, да, и трубопроводы. Также они оснащены какими-то светильниками, да, то есть это риск, во-первых, получить электромеханические какие-то травмы. Врачи рекомендуют купаться только в отведенных для этого местах, чтобы минимизировать риски травм и инфекционных заболеваний. Перечень водоемов легко найти в интернете. Отдыхать здесь советуют с 8 до 11 утра и с 4 часов дня до 7 вечера. Александра Столярова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.